Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, и сегодня тема лекции видеоурока наша точка F5 LEGO и ее огромная помощь в восстановлении нашего организма, либо содержании его в норме, либо для нашего здоровья, для профилактики, нам нужно знать, что точка F5 LEGO наделена такими способами, которые имеют влияние на все органы и меридианы инь-энергии. Это меридианы легких, перикарда, сердца, почки, поджелудочной железы, селезенки и печени. Вот эти все меридианы и органы, которые могут пребывать либо в гипертонусе, они воспалены, либо в гипотонусе, они слабенькие. То через точку F5 LEGO мы можем что? Методом тонизации воспалить эти меридианы, либо дать им энергии, или методом седатации, что расслабить эти меридианы, органы. Когда это можно делать и когда это нужно делать? Это делается, когда мы провели с вами диагностику 12 меридианов и знаем, в каком состоянии яньская энергия и яньские органы, и в каком состоянии иньская энергия и иньские органы. Так на авоську воздействовать, чтобы протонизировать все свои внутренние органы, либо воспалить. Моя вам рекомендация, не следует делать. Следует все-таки после диагностики разумно воздействовать на эту точку. И помните, что точки разумнее человека. Спасибо за внимание, с ними нельзя обходиться как-нибудь. Всего хорошего.